Nokia 6233. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6233». Обычно разговорный динамик выходит из строя или начинает искажать звук по причине перегорания или засора. Меняется он очень просто, но при замене необходимо действовать аккуратно. Выходное отверстие динамика обращено вовнутрь, и при замене динамика важно не повредить мягкую наклейку по периметру ниши. При ее повреждении звук будет выводиться частично или не будет выводиться вовсе на слуховое отверстие динамика. Металлической лопаткой подковыриваем динамик и пинцетом вынимаем его из корпуса. Динамик зафиксирован на двухстороннем скотче. Новый динамик пинцетом устанавливаем в нишу и слегка прижимаем его. Все, разговорный динамик заменен.